Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уизмэн, на Лиск сидит, чё-то там в компьютере. В то время, как нам только что доставили икеевскую доставку нашего всего барахла, который мы вчера купили. Короче, столешница, три шкафа, ну ящика, полка, ножки, варочная поверхность и духовой шкаф. Все, теперь, короче, все это нужно мне сюда установить, выпилить, вырулить, подсоединить и все прочее. А потом вот сюда будем три шкафчика устанавливать, и в один из них нужно будет засунуть вот это вот дело. Причем в шкафчике придется выпилить вот под эту трубу, под ту трубу, низ под стиралку, потому что он, стиралка будет на полу стоять. Вот, и, возможно, даже вот под розетку сзади нужно будет тоже выпилить. Вот такие дела. Короче, арбайтен. Сегодня пятница, да? Сегодня пятница, обалдеть, уже пятница. Ну, елки-палки, уже скоро понедельник, и опять работа. У меня платеж не прошел. У Алиски платеж не прошел. А деньги сняли. А деньги сняли. А что делать? Вот именно вот так у нас начинается утро. Да, Миш? Миша устанавливает варочную поверхность. Не в настроении что-то человек с утра. Добрый день. Уже добрый день, потому что сейчас половина третьего дня, и кухню привезли в 9 утра, и как-то мы до сих пор... Но зато... А какая... Она уже не теплая, да? Нет. Да, тут же пишется. Короче, установили варочную поверхность, почти что установили сейчас печку. Ну что они так за тупки такие? Зачем они звездочку эту придумали, блин? Я уже зла не хватает. Нельзя было просто... Либо такую же звездочку в наборе. У нас два икеевских набора. Шуруповерт. Мне кажется, просто... если бы не было бы шуруповерта, то сейчас было бы не пол третьего, а, наверное, пол двенадцатого ночи. Серьезно, потому что тут 100 раз нужно перекручивать. Да. Пока Миша это все устанавливал, я собрала 3 шкафчика и ящик. Один пока что. Короче, нужно это сейчас еще все ставить. Вот этот самый просто геморройный шкаф сейчас будет, потому что мы его будем ставить вот прям сюда. То есть мы будем, вырезать дно, вырезать сбоку всякие такие штуки и, короче, вставлять туда. Самый геморройный будет даже не вырезать, а именно отмерить, вымерить это все. Ну там уже надо будет не так все идеально ровно, как вот здесь. Ну да, конечно. Все, ребята, пока вам не стоит смотреть на этот хлам. Ребята, у нас пришел вечер совершенно нежданно-негаданно. Мы просто целый день убили на сборку кухни. Да, ну там как бы и кухня, и духовая вот эта штука, и вырезание всяких отверстий под трубы и все прочее. Плюс Алиска тортик сделала на завтра. Завтра Рождество, между прочим. Сегодня канун Рождества, так что уже вас всех поздравляем с Рождеством. Мне нужно было куда-то деть сливки растительные. И Алиса сделала торт. Да. Он сейчас не поедет? Нет. Он уже уехал. Да, последний листок. В стену просто. Теперь осталось дверями все нафиг закрыть. Нет, еще не упаковку для холодильника купить. Нужно ящики. Ящики, да. В этих новых шкафчиках мы не можем ничего положить, потому что нету ни ящиков, ни полок, ничего, получается на пол. Да. Будем смотреть «Третий глаз» или как там называется? «Третий глаз». Да, «Третий глаз», вторая серия. Серия. И кушать салатик. Так что вам приятного аппетита. Только что буквально я выложил влог. Не было времени монтировать, уже я видел комменты, где влог, чё, когда, вы что там все слили? Тьфу-тьфу-тьфу. Нормально все. Никто и не болел. Ну вот у нас и появилось свеженькое новое место дислокации для съемок. Уголочек кухонный. Ну почти что уголочек. Вот вам немножко сблизи. И вот вам еще немножко сблизи. Вот так вот. Вот так вот. И вот такая вот трехсекционная у нас варочная панель. И кексики. Можно кексик покажу, пожалуйста? Вот этот. Это уже остатки, конечно же. Так-то мы уже все съели. И тортик на балконе. Вот, ребят, все, с вами будем прощаться. Мы залипли на этом третьем глазе. Смотрим уже третью серию или четвертую. Третья серия. Еще даже половину не посмотрели. Да, ну сейчас будем досматривать, ложиться спать. А завтра Рождество! Завтра будем высыпаться.
Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Пока! Ask y'all some beaches.